По результатам года поддержки трудозанятости населения смогли устроиться на работу около 73 тысяч граждан страны. Из них 13 тысяч заняты в сельском хозяйстве, 9 – в перерабатывающей промышленности. Сегодня правительство начало реализацию программы по увеличению доходов населения. Как отмечают производители, самый эффективный способ получить максимальный результат – обеспечить новые рабочие места со стабильным окладом труда. Рынок труда, как показала практика, концентрируется именно в частном секторе. Создание благоприятных условий льгот кредитования и гибкая система налоговых сборов помогут развитию этого самого сектора. О том, какие проекты предусмотрены в этом вопросе самим министерством, рассказали специалисты ведомств. Производители требуют решить вопрос налогов, по возможности снизить или освободить, для того, чтобы они могли хотя бы на протяжении нескольких лет окрепнуть и встать на ноги. Все эти предложения мы передадим на обсуждение в соответствующие органы. Однако в ответ мы тоже будем требовать качественную, экологически чистую, соответствующую всем стандартам продукцию. Хваква Сурен приехал в столицу из Южного Гоби, чтобы поддержать своих коллег. Предприниматель с 10-летним стажем. Он занимается производством мучных и колбасных изделий. Вопрос, который его беспокоит, заключается в том, что для таких, как он, частников, существует мало возможностей для развития. Высокие процентные ставки и короткие сроки не позволяют увеличивать производство в том темпе, в котором хотелось бы. 2 года назад он получил займ в 100 миллионов тугриков. Переплата составляет почти 1,5%. Наш цех открылся в 2001 году. С этого времени мы обеспечиваем свежим хлебом, тортами, булочками аймачный центр. Рынок сбыта хороший. Кроме магазинов у нас есть немало заказов. Однако наш регион интенсивно развивается, а значит, есть хорошие перспективы для расширения. Но для этого нам нужна помощь от государства. Простая система. Развитие производства, новые рабочие места, увеличение объемов продукции является самым действенным и беспроигрышным вариантом для стабилизации доходов граждан. Однако стройную структуру ломают бюрократические трудности, высокие банковские проценты. Как объяснили в Министерстве труда, спрос рождает предложение, поэтому в стране ведется подготовка кадров в зависимости от поступления заявок и потребностей. Однако сами производители должны обращать внимание на вопрос обеспечения рабочих мест. Хотелось бы обратиться к компаниям, организациям, производителям. Не нужно ставить большие требования к тем, кто приходит устраиваться на работу. Как правило, требует многолетнего опыта, вместо того, чтобы предложить испытательный срок, научить, обучить. Ведь в большинстве работу ищут выпускники профучилищ и вузов. Кроме того, от чиновников поступило предложение создать у себя на предприятиях учебные центры для подготовки новых кадров, уже с применением навыков сразу на практике. В ответ производители согласились с доводами и пообещали брать на стажировку молодых людей, находить для них вакансии. Инктувшин Нембаяр, Аист, Монголия.